Меня зовут Фаэль Занетти, я из Италии. Я простой итальянский преподаватель. Так сильно мечтаю стать гражданином России. У меня еще есть тест, питание по русскому языку. И, я готов. Я лингвист, я получил диплом в Мадриде. Моя семья живет в Риме. Я вижу свое будущее здесь. И именно поэтому хочу стать гражданином.